резко поменяла, что ли, траекторию. Мне кажется, это один и тот же объект. Только там он светился, потому что там солнце. Сейчас точно. Летит он как-то плохо. На Луну летит, что ли? Но оно, видишь, не жаба. Как цилиндр сейчас. Ну. Причем крутящийся. Сейчас это твоя мама спит. Я вообще на нее разбитые стены. Угу. Кажется, такой маленький. Мне кажется, это та звезда, которая летела там. Он резко поменял траекторию и летит здесь. Может, ну, да. Потому что его заметили? Ну, она останавливается. И так именно легко летит, парит. Ну да, я же говорю, что очень похоже на то, как показывают эти. И всяких видео про НЛО. Там один сидит, что понял, сюда один. Весь прикол в том, что ветер в нашу сторону, да, а чего он тогда в нашу сторону не летит, если это был бы шарик? Да это не шарик, Нюся, шарики так не летают. Он не похож на шарик. Шарик у него была бы тогда какая-то подвеска или как что-то, я даже не знаю. Он крутится вообще, вот как я вижу, вот даже видно вот как-то вот так. Рывками передвигается, кстати. Так, приостановится, оп. Это на зоне? Угу. Ну да, видишь, какой. Цилиндр. Да. А, он запись делает? Ну это да, это видео. Так что